Всем привет! С вами я, доктор Дэвил, и мой канал «Обзор товаров из Китая». Сегодня у нас на обзоре кеды женские, пришли за 55 дней почтой Китая, оценены в... Не оценены, написано, что подарок. Давайте вскрывать. За них заплачено 20, по-моему, 4 доллара. Вот такой вот обычной упаковки. Ну, сразу считаю это минус, потому что я помню, заказывал кеды и за более меньшую цену, и они были в коробке и все такое. Так, ну что же, смотрим. Да, это вансы сразу, женские. Ну, они как бы унисекс, наверное, я не знаю. Но размер маленький, просила заказать девушка. Какие-то темки... Насчет отзывов, кому интересно, может поставить на паузу и почитать. Ну ладно, это не главное, а главное вот эти кеды. Так, ну что же, сразу могу сказать, что вот этих китайских кед, вансов, проблема лично для меня, не знаю, может это вот такой вот ужасно некрасивый вот этот вот, я не знаю, шов, он в оригинальных такого нет. Ну а так, внутри его написано ванс. Ну такие, ну, вроде бы качество неплохое. Не знаю, как они, конечно, будут носиться. Внутри все прошито. Мягкая подошва. Такое, ух ты, какая плотная. Значок ванса присутствует. Ну, а так больше не могу ничего. Вроде бы как сказать о них плохого. Ну, подошва вот так выглядит. Кстати, что произведено и где сделано, сейчас посмотрим. Написано, вот, типа, мужской размер 5,5, женский 7,5, если вам видно. И написано, что сделано в Китае. Все, больше по этим кедам ничего не написано, но я считаю, за свою цену они неплохие. Ну что же, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы со мной, не забывайте про всякие... Твиттеры и Инстаграмы. Всем пока!